международном институте стратегических исследований. Скорее всего, это его попытка адаптироваться к принципиально новой геополитической ситуации в Европе. При этом, пишет трейдер, предложение перенаправить трубопровод в Турцию, которая не является членом ЕС, рассматривается рядом аналитиков как политический маневр Москвы, которая старается заручиться еще большей поддержкой тех стран-членов Евросоюза, которые сегодня поддерживают его строительство. Сам же этот скрипт. Now ROW, OUW. Ja, kijk. We hadden 3 trackstellingen in de strip. Met de other ones going slow. Не так уж и далеко. Разработчики встроили в приложение легкий диагностический сервис. Пользователь выбирает симптомы, которые наблюдают, и отвечает на несколько вопросов. В конце он получает рекомендацию по конкретному врачу. В моем случае симптомы всегда были противоречивы, поэтому Яндекс.Здоровье неизменно отправлял меня терапевту. Скачать приложение можно бесплатно. Другие новости из мира высоких технологий на сайте коммерсант.ру в разделе «Хай-тек». Ой! Подожди, остановись! Сейчас я быстро выбегу его заберу. Подожди меня. Thank you.
Стоя на скачке и тут не мог проехать. Мама куда? В мой магазин. Сейчас бабушка пропустит. Помочь ей можно? Помоги. Помочь вам? Бабушка. Увижу я себя на YouTube. Да? Папа. Мама, а куда папа? Бабушке помогает. Thank you.
Я его в детстве ел. Ёп! Ай, блядь! Пиздец. Oh, oh, there it goes. Дойдем мама, так快点就过去了，啊，过去了，再快点就过去了。 Паша, не заслоняй мир. Такой мир.
Капец, блядь. Порвали нахуй. Так и есть. Я говорю, а свой ты сказал? О, Господи, о, Господи, о, Господи, быстрее.